Тормоз или газ? Слишком много человек пришло на экзамен, инспектор был только один. Автошколы уже месяц работают по новым стандартам. Все ли оказались готовы стать водителями? Иди и работай. Чаще всего вот с кисточкой или краскопультом работаю и рисую эскизы. Жители региона осваивают новые для себя направления. Кому самозанятость открыла дорогу к развитию? Урожай на миллион. Некоторые на себе вывозят. Собираем вручную. Тюменские крестьяне подсчитывают прибыль от сельхозярмарок. Беги, тюменец, беги. Люди в окно смотрят и задумывают, а может и мне выйти и пробежать. 800 любителей спорта вышли на старт первого в истории города массового полумарафона. Об этом не только смотрите сегодня в 18:00 на канале «Тюменское время» и в 19:30 на РЕН-ТВ.